Всем привет, ребята, смотрите, мы тут за Грохострела будем собирать зомбачков, а точнее воевать против них, давить их прямо на машинке. Так, смотрите, мы какой-то новый рекорд даже побили. Я надеюсь, вам понравится такая идея, ребята. Так. Ну, красная машинка, честно говоря, крутая, как бы вы ни думали, но она все равно крутая. Так, видите, какие тут зомби интересные прячатся? Так, куча зомбачков. Мы даже иногда успеваем прыгнуть. Так, наш грохострел за рулем вроде бы справляется. Вот это прикольно, вот это круто. Крутяк. А ну-ка, давайте отдадим заднюю и теперь разгонимся отсюда. Так, что у нас тут? Тут у нас опять какая-то горка. Уху, успеем перевернуться или нет? Не успели, ребята, мы перевернуться не успели. И немножко поломали себе стебелечек. Так, ну значит, сейчас будет время для какой-то крутой тачки. Меня, кстати, просили купить гараж. Гараж я уже покупал. Тут у меня что есть интересного? Есть раллийная машина, чудовище и джип. Но у меня мало деталей, так что пока что нечего интересного такого собирать. Давайте какую-то крутую тачку новую купим. Давайте одноколесник. Что за одноколесник? Так, тут не выпадает подарочек. Так, ну, такое, ничего интересного особо. Так, как ведет себя одноколесник, допустим, в сезоне? Ух ты! Смотрите, какое у нас тут зеленое туловище. А, ну-ка, что же одноколесник такой? Прикольный. Как мне на нем ездить? Так на нем что-то легко ездить. Грохострел наш пытается тут катиться. У него вроде бы это выходит. Так, лишь бы только не падать. А как на нем вообще упасть на этом одноколеснике? По-моему, у него два колеса с двух сторон. Так, тут просто не показано. Ребята, мне что-то подсказывает, что нам нужно его бы прокачать, да? То как-то он не тянет совсем. Ну что ж, давайте покачаем его. Тут есть батарея, двигатель, подвеска и шины. Так, что за батарея? Дает возможность проехать машине дольше. Так, ну мы двигатель будем прокачивать. Сейчас прокачаем. Так, ну что, вы готовы увидеть супер прокачанный одноколесник? Что? Вот это ты называешься прокачанным? То серьезно? Как-то слабовато он едет, честно говоря. Мне что-то не нравится. Может из-за того, что местность такая? Так, ну не знаю. На нем что, так прикольно ездит? Пока что я на нем еще ни разу не падал. Так, интересно, докуда мы сможем тут дойти? У меня тут рекорд 1200 метров. Так, зомбачки, ну-ка уезжайте тут от меня, не мешайте. Мячик какой-то. Что? Как это мы смогли упасть на нем? Я думал, мы никогда на нем не упадем. Так, нужно пробовать на какой-то другой карте. Интересно, вот только где? Знаете, мне захотелось попробовать на карте Рагнарёк. Какая-то страшная карта, довольно-таки тут все живое. Так. Она такая немножко таинственная, мне немножко страшненько в ней играть. Так, ух ты. Вроде бы едем. И знаете, мне кажется, мы едем не просто по какой-то горке, а, наверное, скорее всего, по одному из таких чудищ. Вы слышите эти звуки? Что это за звуки? Смотрите, что-то поднимается. Эй, да как мы упали? Так, ну, чтобы пройти Рагнарёк как можно дальше и посмотреть, что там находится за чудище, придется брать машинку побыстрее. Так, давайте выберем карту Вулкан и попробуем здесь проехаться. Интересно, на что способен наш одноколесник? Ого, так, набирает разгон довольно-таки хорошо. Так, прыгаем. Тут наши зомбачки поджидают, но мы сейчас их всех проедем. Эй, да ну как я успел сломаться-то, а? Смешной грохострел. Так, давайте еще разочек. Поехали. Так, так как наш одноколесник работает на одной батарее, то получается у него нету бензина. Интересно, жалко, что нельзя... Ай-яй, прокачать одноколесник. Так, интересно, что будет, если мы в лаве останемся?
А ну-ка. Так. Уходит у нас заряд. Мы, по-моему, немножко начинаем гореть. И что это с нами происходит? Пламимся, сияем каким-то зеленым пламенем. Но вроде бы ничего тут страшного нет. А ну-ка, что будет? Так. И что? Все, мы проиграли, я застрял. Ой, ребятушки, вот такая смешная серия и получилась. Я думаю, если вам понравилась задумка с зомби и растениями, то поставьте обязательно лайк под этим видео. Ну что ж, с вами был Спуди, и всем пока. Всем привет, ребята, меня зовут Спуди, и посмотрите, кто сидит. Это же Грохострел. Интересно, кто же будет там дальше? Смотрите, это же зомби! Сейчас мы их будем давить на нашем автобусе, который меня просили купить. И обязательно его прокачаем. Но как-то он медленно едет. Но интересно, что будет, когда мы прокачаем наш автобус. Так. И здесь он вообще почти застрял. Так, ну все, ребятки, сейчас мы его прокачаем. Вот, ну что, теперь посмотрим, на что он способен. Так, вот на максимальную прокачку. Ну, знаете, для автобуса резво, резво для автобуса. И зомби давятся. Так, ну здесь мы как-то застряли. Но едем дальше. Так. Да, круто, он едет. Очень даже круто. Так, тут перелетаем. Ай-яй-яй-яй-яй, не надо подгорать. Хватит, хватит. Летим и давим наших зомбачков. Тут всех, ребятки. Так, пишите мне в комментарии обязательно пожелания, что мне купить, какую тачку приобрести. Хорошо, договорились? А мы с вами продолжаем гонять. У меня есть, кстати, гараж. Мне писали то, чтобы гараж я купил. Я его покупал еще раньше. Но все дело в том, что там у меня очень мало запчастей. Ну, точнее, не мало, они есть, но они все простенькие. Есть только у меня... Ай-ай-ай-ай-ай! Ой, всех мы задавили. Есть у меня двигатель V8. Вот он крутой. Но, честно говоря, не прям уж настолько крут, как это может быть. Так, что у нас тут? Ой, опять вулкан. Нет, давайте что-нибудь другое. Так, ребята, смотрите, у меня теперь горит фонарик. Мы находимся в какой-то ночи. Так, а что у нас тут? Какие-то ночные зомби? Луна? Прикольно, прикольно. Очень классно ночью ездить. Такой эффект. Так-так-так, дорогу, конечно, не очень хорошо видно, но... Автобус у нас, кстати, быстрый. Так-так-так, не надо, не переворачивайся, автобус. Только не переворачивайся, пожалуйста. Водитель же Грохострел давит зомбачков. Нет-нет-нет-нет! Так, мы тут опять раздавились. Что же делать? Давайте еще раз, ну потому что ночью прикольно, мне понравилось. Мне нравится ночью. А ну-ка. Может, здесь кто-то водится страшный. Мы сейчас на автобусе и узнаем это. Так, мы, по-моему, в прошлый раз проехали на 450 метров. Интересно же, насколько мы можем проехать еще дальше. Так. Тихо, разгоняемся. Тут эти зомбачки наши тут поджидают. И мы их тоже проехали. Теперь забираем тут кристаллики наши. Отлично. Еще зомбачки. И их тоже мы сейчас задавим. Так. Тут мы катимся, катимся. Все, хорошо. 370, почти 380. И у нас скоро будет 450. Так, давайте немножко разгонимся, а то что-то медленно мы едем. Так. Справляется, справляется наш Грохострел с этой махиной. Ой, чуть не разбились. Так, 500. Ух ты, следующий будет 700 метров? Да, ну я думаю, получится. Получится преодолеть этот рекорд. Лишь бы нам заранее не упасть. А то автобус штука здоровая и неудобная. Так, вот здесь нужно как-то заехать. Что? Автобус едет под такую огромную горку? Да, крутой у меня автобус, ребята. Так, нужно поставить рекорд 950 метров. Жмем на газ. Жмем, ребята, на газ, быстрее, быстрее. Так. Нет, нет, да как мы на горе застряли, еще и раздавились. Ой, вот это приключение смешное получилось, ребята. Ну, давайте на этом остановимся. Пишите комментарии, ставьте лайк под видео и пишите, какую мне машинку взять в следующий раз. Ну что ж, если вам понравилась идея, то ставьте лайк. Всем пока.